Всем приветики. Разобрал, значит, я свои часы. Вот они, мои часы. Я их разобрал, потому что в них села батарейка. Так вот выглядят батарейки в них. Вот они. И самое интересное, что я не смог их заменить. Я специально вытащил батарейку, чтобы поменять, но не смог, потому что не нашел такую же. И придется сейчас собрать их и отдать сервисный центр, чтобы они там поменяли, потому что просто батарейку именно такую же я просто не смог найти. Все дело встало именно на батарейке. И вот через часы сели, и чтобы заменить батарейку, надо их отправить в сервисный центр, потому что в моем городе нет таких батареек. Это вообще капец. Как бы на обычные часы есть батарейки, а на такие вот, они как бы дорогие. По-моему, за $100 я их покупал. Ну вот уже на них и нету батарейки. Кстати, если у вас такие же часы, вы их разобрали, то лучше не доставайте вот эту штуку, потому что я когда ее достал, я перепутал местами, и раза три или четыре переставлял, она все не так, и то не той стороной, то пластмасску перевернул, то вообще другой стороной поставил, то саму вот эту штуку перевернул, ой, короче, намучился. И вот эти штуки тоже надо назад поставить, потому что они как бы, да, видно или нет, нужны для того, чтобы защитить батарейку, ну, чтобы вот эта часть не касалась, ну, то есть, чтобы она не замкнула, потому что там просто идет железка через две вот эти части, а должна она только на одну попадать. Ну, то есть, она идет так вот, получается, замыкает. Поэтому там лежит такая вот, как бы вот, такой пластичек, кусочек пластика, который перекрывает вот, вот ту часть, которой она не должна прикасаться. Вот. Я решил включить вспышку, так виднее, вон оно, что там происходит внутри. И мы туда вставляем батарейку. Вот так они стояли. Одна батареечка из этих часиков. Ой, вот это с ними сейчас намучаешься. Потому что я, получается, блин. А, я вообще ушел за кадр, лол. Я просто увлекся немного. Вот это как бы сложный процесс сейчас будет. Пока это все назад поставишь, это все займет время. Так что, блин, реально лучше бы я сразу в сервисный отдал. И не мучился. А так я сам их достал, и сейчас самому придется с ними мучиться. Сори, ухожу за кадр, просто я как-то увлекаюсь этим процессом и не смотрю, ну, смотрю на часы и не смотрю на экран, то есть, а надо наоборот. Вот. И в итоге я их туда вставляю, эти две батарейки, и в итоге их надо зажать вот этой вот штукой. Да ладно, они все вылетели. Короче, мы их вставляем туда. Одну и вторую батарейку. И вот этой верхней части мы их просто закрываем. Вот. Зажимаем их туда и закрываем. И она должна защелкнуться. Вот она защелкнулась. А те, кто впервые открывает, то, чтобы отщелкнуть, вот туда просто за этот язычок цепляем отверткой. И оно отщелкивается. Ну, то есть, вот, как бы это так зацепить, чтобы показать. Ну, в общем, я думаю, вы поняли, что если их открыть, нужно отверткой зацепить за этот язычок. То есть, вот так вот взять и открыть. Ну, я так открывал. Потянул за этот язычок. И он открылся. Правда, сейчас мне что-то не получается. Просто оно неудобно как-то так вот все. Я сейчас попробую положить и это сделать. Просто хочется и это, и чтобы видно было, и сделать. Но не получается, потому что оно все вертится, крутится.
Так, так, ну, ты так, когда ты просто открываешь, ты же не думаешь о том, чтобы оно там кому-то видно было, ты просто открываешь. Блин, тем более, что оно все еще так. Ну, я не знаю, ну, короче, суть в том, что за этот язычок просто цепляется и открывается. За этот язычок надо просто зацепить, вот за этот. Но я сейчас не открою, потому что надо иголочкой. Я тогда, я вспомнил, я иголочкой открывал. В итоге за этот краешек вот сейчас. Вот если вы сами хотите открыть, то вам нужно, ну то есть, если вы хотите поменять батарейку, ну то есть вот вы видели, какая она, как она называется. Если у вас есть такие же в городе, вот, то можете сами открыть иголочкой за язычок этот вот. Поддеваете, и все, вот оно открылось. А закрывать просто обратно. Достали вот эти батарейки оттуда. Только не забудьте вот эту беленькую штучку, вон она, которая под пальцем, назад поставить. Поставили, заменили и закрыли. Вот. Зажали там. Просто задавили, и она защелкнулась. А чтобы отщелкнуть, ну, вы уже видели. Все просто. Туда вот за этот язычок вот, который там вот, просто иголочкой коротенько щелк, и вот она открылась. Вот она так открывается. Вот мы просто давим, и она вот задавливается и закрывается. А открывание происходит, вот мы вставляем туда на этот язычок иголочку и просто вот давим, и она вот оп, отщелкнулась. Вот. Но вообще лучше все-таки в сервисной. Я вот сейчас намучился с этой всей системой, и в итоге сейчас придется собирать и нести в сервисную. По той простой причине, что не нашлась у нас такая вот нужная батарейка. А сейчас вот главное поставить так, как оно должно стоять, а я не помню, как оно стояло. И возможно, что вот так, наверное. А может быть, оно должно нажимать на динамик? Или нет? Или оно... Ой, я не... Что теперь делать? Как оно было? А, оно было, по-моему, вот так вот. Там сзади была надпись. Вот так. Да, надписи были, они ровно были. Как бы. Вот. Так, сори, меня тут отвлекает вообще. Вот, и в итоге она так была. Ровненько. Ну, то есть, надписями было вот прямо. Правда, я не помню. Что-то мне кажется, что я что-то не так делаю. Но вроде бы оно было вот так. Теперь остается. Ну, то есть оно так было, но надписями этими вот эти фейс. Ну, то есть вот так вот. Ну, то есть они прямо были. То есть ты поворачиваешь, они сразу не вверх ногами, не еще как-то. Ну, боком ты по-любому не поставишь. Они просто были ровные. И вот сейчас надо закрутить. В итоге это будет не скоро, потому что эти болтики, они крутятся, вертятся, и не так просто. Еще и выскакивает, и я еще не попадаю. Это очень... Ну, как бы, до видео это было легко, а на видео это что-то очень сложно. Реально. Так ты
просто раскрутил, закрутил. А тут тебе же надо еще как-то все это, чтобы и видно было. Так. И это неудобно. Так, сейчас. Ну, в общем, суть в том, что вот такие у меня часики. Это как бы я хотел показать, как у них меняются батарейки. То есть вот так, как-то таким вот образом у них меняются батарейки. В этих часах. То есть просто язычок открывается, закрывается. Но если вы решили, то мне кажется, если у вас есть, то, ну, то есть лучше вот если вы решили поменять батарейки, вот вы же ее видели заранее, вот сейчас вот, и вам просто лучше будет посмотреть именно номер. Если такой номер есть, то можно, и размер примерно похожий, то можно, а если нет, то лучше сервисный. Ну, потому что я покупал в фирменном магазине, и мне сказали, что если вдруг, даже если вдруг сядет батарейка, то лучше принести к ним, и они уже заменят через сервисный центр. Но я так подумал, что, блин, из-за какой-то батарейки отправлять в сервисный центр, что я сам, что ли, не смогу поменять? Смогу, конечно. Разобрал, достал батарейки, пошел по магазинам. А мне говорят, нету. Такой батарейки у нас нету. Всякие там у них разные лежат номера, но они то толще, то уже. И в итоге, ну, они либо будут слишком большие и не влезут. Они, оно и так на этих плотно закрывается. Либо они будут маленькие и... Ну, маленькие можно, конечно, примудрить что-нибудь туда, но ну, не хочется мудрить как бы. Хочется, чтобы сразу было готово. Вот как-то так это все выглядит. Такая вот сборка. Вот, с помощью такой вот отверточки маленькой. Раскручиваем 4 болтика, снимаем крышечку. В обратном порядке, вот как я собирал, так же разбираем. Открываем иголочкой слот с батарейками, достаем батарейки, вставляем новые, смотрим, чтобы пластиночки были на месте. Закрываем, собираем, смотрим, чтобы резиночка не выпала, по которой стоит по краю, потому что если она выпадет, так-то они водонепроницаемые, то в них будет проницать вода. Вот. И все. Так-то на этом все. Вот так что всем покидал. Так вот, разбираются и собираются часы.